Участок старого города Ташкентска, именно тот, где зимой этого года произошла коммунальная авария, в результате которой пострадали десятки домов. Чтобы этого больше не повторилось, сейчас здесь ведутся поистине грандиозные работы. В планах заменить почти 2000 метров теплотрассы. Закончить работы планируют примерно к середине сентября. Ольга Голубева проживает в 15-м микрорайоне уже много лет. Говорит, раньше периодически были перебои с горячей водой и теплом из-за аварий на тепломагистрали. Поэтому к сегодняшнему ремонту и она, и соседи относятся с пониманием. Это нужно обязательно, конечно. Это для нас делают, не для кого-то. Полезные, постоянно прорывается, а сейчас, может, надолго хватит. А хватит надолго, обещает подрядчик. Во-первых, потому что трубы новые. Во-вторых, сделаны они из пенополиуретана, который обеспечивает им дополнительную прочность. Срок службы таких магистралей порядка 3 десятилетий. Диаметр новых труб больше на 200 мм, что обеспечит больший объем подачи в дома горячей воды и тепла. Еще одна новинка – система обнаружения протечек, которые оборудованы теплотрассы. Ставится терминал в камерах, и, соответственно, если где-то в трубопроводе происходит протечка, они смогут определить, где именно находится, и копать и ремонтировать именно там, где произошла авария. Участок на улице Ташкентская – один из трех самых больших по площади и по выделенному финансированию. На замену труб здесь направлено больше половины от всего бюджета теплосетей. Следом за ним магистральная Алма-Атинская и физкультурный. Здесь ремонт закончат до 15 сентября. Всего же в Самаре в этом году запланировано привести в порядок свыше 7 километров тепломагистралей на 15 участках. На трех из них работы завершены полностью – на Краснодонской, Ярмарочной и Фрунзе. Оставшиеся 9 теплотрасс закончат до конца лета. Вот мы работаем для того, чтобы не было повреждений, чтобы не было форс-мажора. Вот на это нацелено все. И это задача, которую ставит губернатор. Сегодня сделано больше 80% подготовительных к зиме работ на тепломагистралях. Работы выполняются по графику. Тепло в дома жителей придет вовремя. Мария Левина, Николай Сидоров. События.